Завтра небо над страной затянут облака. Дождь не прогнозируется. Слабый ветер подует с запада. Иногда будет разгоняться до умеренного. Ночью похолодает до плюс 10. Днем столбик термометра покажет 20 градусов тепла. С ночи до утра страну окутает туман. На дорогах ухудшится видимость. Водителям стоит быть внимательными и обязательно включить противотуманные фары. Апокалиптические кадры приходят из США. Этой ночью небо окрасилось в насыщенный оранжевый цвет, а кое-где и вовсе в багрово-красный. Наблюдали необычное явление жители Сан-Франциско и Окленда, но, пожалуй, самые впечатляющие кадры из Орегона. Всему виной лесные пожары, которые бушуют сразу в нескольких регионах Калифорнии. Частицы пепла рассеивают голубой свет, отсюда такое явление. Лесные пожары в штате унесли жизни 11 человек. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 18. С наступлением темноты похолодает до плюс 10. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.